Проходите. Здравствуй, Юлечка. Что болит у тебя, маленькая? Заболела. Да вот она совсем у нас что-то. А скажите, пожалуйста, мама, когда заболела ваша девочка? Первые признаки болезни появились у нее 2 дня назад. Небольшой насморк, кашель, чихает. Вот вялый все время такое настроение. А сегодня температура 38,5. О, вот умная девочка. Мама! Да, я здесь. Со стороны сердца изменений нет никаких. Тоны учащенной за счет высокой температуры. Легкие послушай, вот так. Мама! Я здесь. Я с тобой. Юлечка, дыши. А вот в легких прослушиваются сухие единичные хрипы. Сейчас проверим перкуторное. А еще постучу тебя, смотри-ка. Ну, при перкуссии никаких изменений нет. У вашей девочки ОРЗН, или, как правильно говорить, острое респираторное заболевание. Что это значит ОРЗН? В группу острых респираторных заболеваний входит грипп, парагриппозная инфекция, аденовирусная инфекция, инфекциально-вирусная инфекция. В эту группу входят все эти инфекции, для которых общим являются пути распространения и поражение верхних дыхательных или, как иначе называют, респираторных путей. Все эти вирусы, которые я перечислила группы, они очень заразны. Дети необыкновенно восприимчивы к этим заболеваниям. Острые респираторные заболевания чаще всего наступают в холодное время года, с октября по март месяц. Чаще дети болеют ослабленные, отягощенные рахитом, эксудативным диатезом, хроническим тонзиллитом или аденоидами. У детей раннего возраста очень большое значение имеет неправильное вскармливание и режим маленького ребенка. Все эти моменты, которые я перечислила, они нарушают и ослабляют барьерную функцию организма, и дети очень быстро заболевают. Нужно помнить, что эти вирусы нестойки, и в воздухе они сохраняются всего лишь несколько часов в живом состоянии, и очень подвержены воздуху, свету и дезинфицирующим средствам. Извините, Екатерина Васильевна, значит, необходимо... Скажите, Екатерина Васильевна, а как протекает острое респираторное заболевание? Ну, прежде всего, нужно помнить, что от момента заражения до заболевания проходит от 3 до 12 дней. Начало может быть постепенным, вот как у нашей девочки, у Юлечки постепенно начиналось, а может быть острым, с подъемом высокой температуры. Пострераспираторные заболевания вызывают набухлость слизистых всех оболочек, в частности носа, и отсюда возникает сильный, частый насморк с большим отделяемым из носика, сильный кашель, частый, влажный. Это заболевание действует и на верхние дыхательные пути, и нижележащие. Может возникать катаральное состояние бронхов, воспаление легких. И отсюда могут присоединяться бронхиты, воспаление легких. Аденовирусы чаще вызывают конъюнктивиты, болезненные, с обильным отделяемым из глаз. Аденовирусные инфекции могут вызывать риниты и отиты, то есть воспаление ушей. У детей раннего возраста часто сопровождается это заболевание с болями в животе, вызывая расстройство желудка. Скажите, а как же теперь лечить Юленьку? Вы все сделали правильно. Вызвали врача, уложили девочку в кроватку, проветрили помещение, приготовили много жидкости. А сейчас я вам назначу лечение в виде медикаментов. Аспирин будете давать, сульфадимизин, десенсибилизирующее лечение в виде димедрола и поливитамины. Поить девочку нужно как можно чаще. Приготовьте прохладное питье в виде соков, фруктовых морсов, киселей. Пища должна быть протертая, полужидкая, в виде мясных легких бульонов,
Мясо давать только в виде суфле протертого. Все это назначенное мною лекарство вы не будете отменять, если вам даже покажется, что ребенок здоров. Лечение будет только отменено после консультации со мной, после того, как вы меня еще вызовете. Екатерина Васильевна, а как нам впредь избежать такие заболевания? Ну, профилактика этого заболевания складывается в раннем распознавании этого заболевания, в своевременном вызове врача на дом. Для здорового ребенка большое значение имеет правильное вскармливание, рациональное, пролечивание всех очагов, о которых я говорила, хронический тонзиллит, аденоиды, лечение рахита у маленьких детей. Большое значение имеет гимнастика, массаж и закаливающие процедуры. А с какого возраста нужно начинать закалять ребенка? Закаливание ребенка начинается с первых недель жизни ребенка. Как проводить воздушные ванны совсем маленьким детям? Совсем маленьким детям начинают с недельного возраста закаливание воздушной ванны. Это начинается с того момента, как перевертывают ребенка. Ребенка голеньким оставляют на 1-2 минуты при температуре воздуха 20-21 градусов. А с полуторамесячного, двухмесячного возраста проводим систематические воздушные ванны. Закаливание вашей девочки можно начать только через месяц после выздоровления ее. Можно начать с обтирания, которое можно проводить по утрам после пробуждения ребенка в течение 5-6 минут. Обтирание можно проводить рукавичкой, сделанной из махровой ткани.